Как минимум 1 200 000 безработных казахстанок уже не в декрете и не имеют пенсионных отчислений. Такие данные привели в Министерстве труда. Зачастую это женщины, которые после декретного отпуска остались сидеть дома и ухаживать за детьми. Это неизменно приведет к тому, что в будущем мы получим армию женщин, которые будут получать минимальную пенсию. При этом, как показывает практика, не за всеми в старости ухаживают дети. Поэтому специалисты говорят, государство должно помочь им. Я предлагаю решение такое, чтобы платились на детей пособия, а на маму шли пенсионные накопления, когда она воспитывает детей. До того возраста, пока ребенок не начинает самостоятельно ходить в школу. Обычно это у нас на практике с 8-9 лет. Правда, для этого нужно поменять ряд законов. Сейчас женщины самостоятельно могут начислять себе пенсионные отчисления, даже не работая. При этом, как рассказали в Министерстве труда, официально безработными числятся всего 247 тысяч женщин. Они подали заявление для поиска работы. Сейчас казахстанки могут пройти краткосрочные курсы обучения по запросу работодателя и в дальнейшем трудоустроиться, а также получить знания онлайн. Для женщин имеется доступ к курсам управления персоналом, кройки и шитья, бухгалтерские курсы, курсы макияжа, основы маркетинга, финансовая грамотность и другие курсы. Также у нас ведется активная работа по поддержке женских инициатив в предпринимательстве. Кроме того, говорят, в Минтруда можно принять участие в общественных работах или устроиться на социальные рабочие места, где не нужна квалификация и опыт работы. В любом случае, специалисты советуют уже сейчас задуматься о своей пенсии и отчислять хотя бы минималку. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».